Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем серию встреч, посвященных победе над курением. Человек, недавно бросивший курить, возможно, задумывается о том, закурит он вновь или нет. Ведь не секрет, что бывает, люди срываются. Почему и как это происходит? А я закурю вновь или нет? Как обеспечить себе невозврат к прошлому? Об этом сегодня на нашей встрече с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем программы «Дышите свободно». Поскольку Владимир сам в прошлом долго курил, он знает об этой проблеме не понаслышке. Итак, Владимир, как вы уже говорили, что вы в результате этих встреч на программе «Дышите свободно» помогаете человеку стать действительно свободным, отправляете его в плавание, в широкое плавание в море независимости. А если вдруг он наткнется на риф, если вдруг он закурит вновь, что тогда? Что тогда? Тогда произойдет следующее. Человек вновь наполнит кровь всеми 4000 химическими элементами, среди которых есть такое вызывающее зависимость вещество, как никотин, которое достигнет головного мозга, снова вступит в реакцию, биохимическую реакцию на уровне клеток и будет стараться замещать те самые эндорфины, те самые нейромедиаторы, которые участвуют в передаче импульса от одной клетки к другому, и будет снова контролировать эту ситуацию. То есть это вы имеете в виду все то, о чем мы уже подробно говорили на этих встречах? Человек вновь попадет в зависимость? То есть это вообще возможно, что человек бросил курить, а потом не курил долго и вернулся обратно? Ну, давайте с вами посмотрим на человека, который никогда не курил. Можно ли с уверенностью сказать, что он никогда не закурит и не станет зависимым? В Библии есть такие слова, где говорится: кто стоит, смотри за собой, чтобы не упасть. Да. И дело в том, что все мы рождаемся некурящими людьми, но когда-то становимся вновь курящими. Дело не в том, что происходит, когда человек вновь берется за сигарету и как он снова обретает зависимость. Дело в том, зачем брать вновь эту сигарету. Да, почему человек вновь ее берет? Он же уже почувствовал прелести жизни без курения. Да, и такие часто бывают случаи, когда человек описывает: я не курил там столько-то лет, но потом под каким-то стечением обстоятельств снова жизнь повернулась таким образом, что он снова взялся за сигарету. На наших программах мы подробно стараемся разобрать само явление курения и все, может быть, уловки вот этой зависимости, которые устраивают капканы, ловушки для того, чтобы человек в них попадал и таким образом оставался при сигарете. И в отношении долгосрочной перспективы мы также на программе «Дышите свободно» рассматриваем. И очень часто я слышу такое от участников программы, когда уже наша программа подходит к концу, они говорят, что даже испытывают некоторый страх, им не хочется вновь возвращаться. И говоря об этом, они говорят, что с этим страхом как-то нелегко. На что можно ответить? Понимаете ли, человек, когда переходит улицу, он посмотрит налево, а потом направо только из-за страха.
не быть сбитым машиной. Это хорошее правило. Никто же не говорит о том, что это дурной тон, что озираться и пугаться машины – это плохо. Но и ни у кого дискомфорт это не вызывает. Наоборот, чувство безопасности, когда мы осмотримся и увидим, что нам ничего не угрожает, мы можем шагнуть на проезжую часть и перейти дорогу. Под действием страха человек многие делает вещи, которые обеспечивают ему безопасность. То есть не нужно этого страха порой пугаться? Это страх. Вернуться вновь в зависимость – это страх. Но это хорошего качества страх. Именно такой страх хотят внушить своим детям родители, когда объясняют, как плохо курить. В этом страхе нет ничего плохого. Это естественно. Чувство страха для человека вообще естественно. Именно под действием страха человек обеспечивает себе вот этот инстинкт самосохранения. Да, если бы было у них побольше страха, может быть, бы никогда бы вообще не закурили. Вот именно. Кстати, хочу сказать о страхе. Моему мужу, поскольку у него была астма с детства, мама сказала, если ты закуришь, ты умрешь. И хотя все его друзья курили, он не курил никогда. То есть, действительно, страх... Страхом спасается, как написано опять-таки в Библии. Да, это замечательные слова. Если меня, например, каким-то, не знаю, невероятным способом взять и лишить чувства страха, я не знаю каким, но вдруг вот я лишился страха. При всем при том, что страх неудобное чувство, оно все-таки дискомфорт вызывает. И если от него как бы освободить человека, то, скорее всего, я умру. Я окажусь где-нибудь на парапете высотки, буду там прогуливаться, и самое ужасное, мне ничто не подскажет, что я в опасности. Если меня лишить страха, скорее всего, я погибну в ближайшее же время. Поэтому страх, он предохраняет нас. Но вот страх остаться без сигареты, который сначала вызывает у курящего человека, когда ему предстоит взять и выбросить эту пачку, взять ее, смять и оставаться целые сутки, например, первые свои сутки свободным, вызывает страх. Вот этот страх, он не настоящий, он поддельный, он как-то вплелся в жизнь, он присосался словно и руководит человеком. Вот этот страх, он не является естественным, потому что он не обеспечивает безопасность. Он, наоборот, ведет к большей вероятности погибели. Вот поэтому я хотел бы и призвать тех телезрителей, которые еще не совершили вот этот жест на пути к свободе, не остались без своих сигарет, попробовать совершить это при осознании того, что, оставаясь без сигарет, этот страх, он неестественный, он не такой, какой должен присутствовать, который, может быть, сегодня уже обретают некоторые наши телезрители, которые несколько дней остаются без сигарет. Да, у вас богатый опыт общения с людьми, с теми, кто бросает курить на программе «Дышите свободно». Какие причины все-таки люди называют, почему они вновь спустя месяцы и годы берутся за сигарету? Ну, есть такое понятие ностальгия. Человек спустя какое-то время, должен подчеркнуть, он обретает эту уверенность, которая перерастает уже в самоуверенность. Мне бы хотелось бы несколько отличить эти два состояния. Почему? Если человек обретает уверенность за счет своих действий, продолжительности побед над никотиновой зависимостью, то впоследствии эта уверенность настолько может быть для него естественной, что он даже в дальнейшем начинает полагать, будто бы отдельно какая-то выкуренная сигаретка не произведет с ним никаких действий, не произведет на него никакого эффекта, и он снова держит ситуацию под контролем. Я хочу особо подчеркнуть, что человек в полной мере возвращается в то состояние, в котором он пребывал, когда еще не курил. То есть как только он получает никотин... сейчас он тоже... Да, сейчас, вот находясь в состоянии некурящего, спустя месяцы или даже годы, он становится настолько уверенным, что говорит... будто бы выкуренная сигарета не будет над ним иметь власти.
И тут происходит, что называется, наступание на те же грабли. Дважды. Очень часто я встречаю такое мнение курящих людей, которые в мечтах своих рассказывают такое пожелание. Вот если бы мне, имея сегодняшние мозги, как они выражаются, да отмотать бы жизнь, как кинопленку, назад и поставить меня на тот рубеж, когда я взялся впервые за свою сигарету, я бы этого уже не совершил, имея все эти знания, все последствия сигареты. Этот опыт жизненный. Опыт жизненный. Я бы уже этого не совершил, этой ошибки, и не стал бы выкуривать свою первую сигарету. Но я должен вам сказать, что по прошествии времени, небольшого времени, человеку предоставляется такая возможность. Ему не нужны сигареты для того, чтобы чувствовать себя нормально. Он уже бросил. Он уже свободен, как на физическом уровне, так и психологически он уже более твердо стоит на ногах. И тут, возможно, он ощутит некоторую такую ностальгическую тоску по прошлой жизни. Я должен сказать, что это не такое уж сильное чувство, которое начинает руководить всем человеком. Оно выражено, скорее всего, в любопытстве. Это такое легкое, любопытное состояние. А что со мной будет, если я попробую выкурить одну сигаретку? Это не тяга, как многие полагают. Это независимость. Это независимость. На физическом каком-то уровне. Это просто опять вновь эксперимент. Это мысль, которая, может, просто промелькнула, да? Да, но она ни в коем случае не руководит человеком. У человека все равно остается выбор, совершить его или этот акт курения, или отказаться от него. И все это любопытство в ожидании того самого эффекта, который он получал на протяжении многих лет курения. К удивлению, если это так все-таки курение произойдет спустя некоторое время, к удивлению самого уже некурящего, нового некурящего человека, он отмечает для себя, что не получил того эффекта, который хотел было получить. То есть организм опять плохо на это реагирует? Организм, как и в первый раз. Да, организм реагирует на это опять негативными такими реакциями, как головокружение, удушье, кашель, помутнение разума. И все вот эти неприятные ощущения, которые были и в первый раз, они вновь появляются. Потому что в организме за это время, что он не курил, все встало уже на свои места. Да. То есть он как бы нормальный, не курящий. И многие говорят о том, что гадость – это ужасное. Но дело в том, что спустя какое-то время человек не просто попробовал одну сигаретку, а он вновь берется и вновь берется. То есть ему хочется вот вспомнить те ощущения, которые были все-таки приятные, да? Он их настойчиво хочет получить. Он совершает одну ошибку за другой, и та зависимость вновь обретается. И должен вам сказать, что она обретается несколько быстрее, потому что подобно тому, как мы оставляем на теле после каких-то ранений шрамы, также и в нашем мозге может оставаться память о тех наших ошибках. О наших действиях. Да. Но шрамы нам не мешают жить. Они имеют функцию, опять же, такую предостережение. Они напоминают нам о том, что есть вероятность физических повреждений, которые нам причиняют боль. Но сам шрам не болит, он давно зажил. Он не вызывает никакого дискомфорта. Подобно так же и память о курении нам дана для того, чтобы мы не совершали вновь ошибку, вновь не наступали на эти грабли. Но если мы впустим в свой дом, в наш организм, того врага, который на протяжении много лет нас терроризировал и заставлял нас подчиняться ему, то он снова займет свое место в штабе этого организма, в лобных долях мозга, и будет совершать те же самые действия, нажимать на те же самые рычаги, что и было раньше. То ничего не изменится. Эта зависимость, она не будет более слабой, потому что человек как бы уже, ну,
знаком с чем-то, более слабой она не будет. Она будет такой же или даже будет возрастать, но выход будет лежать опять же через вот эти трудности и сложности. То есть не стоит ожидать какого-то более щадящей формы зависимости или более мягкого протекания ее. Все вернется на круги свои. То есть путь освобождения будет опять связан с этой детоксикацией, сомнениями, может быть, с разочарованиями. Потому что все наши победы, которые мы можем сейчас как бы в активе держать, они все уйдут в небытие, и мы все наши попытки вновь запишем как неудачную. Вот что происходит. Неважно, сколько человек воздерживался, но когда он снова начинает курить, он все наши опыты относятся как к неудачным, потому что мы снова вернулись к сигарете. И здесь иногда даже кажется, что ситуация совершенно вновь безвыходная. То есть самооценка, которая за это время стала очень на хорошем уровне, высокая, она может резко упасть, очень низко. То есть прямо обратно. У нас один выход в этой ситуации. Продолжать не курить. Ведь у нас... Да, как раз я хотела вас спросить, что же делать? Что же делать? Продолжать не курить. К тому же, для большинства людей, которые начали воздерживаться, положительно себя настраивали, позитивно смотрят в будущее и уже освободились от вот этих химической составляющей в организме. Да, химической составляющей этой зависимости. А им уже не требуются сигареты, нет причин для уныния. Многие люди говорят о том, прежде чем они спустя какое-то время вновь взялись за сигарету, они говорят, этот промежуток был замечательный. Не было причин не горевать, не было причин не успокаивать себя сигаретами. Все было хорошо. И только какая-то вот это нелепое любопытство подвело снова к сигарете. Но с этим любопытством можно легко справиться. Как? Элементарно, надо вспомнить. Вспомнить те годы курения, о том, как человек мечтал стать некурящим человеком. Как он думал о том, что совершил ошибку в жизни, что стал курить. Как он порой завидовал тем, которым не нужны сигареты и не испытывают этой зависимости. Да, очень хорошее. Это надо просто трезво смотреть на вещи, пользоваться рассудком. Скажите, кто бы из нас смог бы совершить такую глупость? Отдать свои ключи от квартиры первому встречному проходимцу? Ну, не первому встречному, а еще тем более, если бы мы знали, что это вор-рецидивист. Тем более, если мы знаем, что курящий человек, который спустя время, который не нуждается в сигаретах, вновь тянет руку за сигаретой, он уподобливается тому, кто отдает свои ключи известному вору-рецидивисту, которого разыскивает вся милиция, и он ему вручает ключи и указывает, где его квартира. Это подобно тому. И я должен сказать, у людей, которые... Длительный стаж курения, они освободились от никотиновой зависимости, живут какое-то время жизнью свободной и самодостаточной, без сигарет. У них меньше шансов вернуться в зависимость, чем у того человека, который никогда не курил. Потому что у него есть история жизни, которая ему показывает, у него есть на чем сравнить эти два состояния. У меня лично, я могу сказать, есть опыт курения и есть уже много лет не курения. Я хочу сказать, что жизнь без сигарет прекрасна, она превосходна, она ни в какое сравнение не идет с теми годами, которые я посвятил сигарете. Поэтому у меня нету никаких причин возвращаться в зависимость. Я свободный человек. Зачем мне это надо? Вот на этот вопрос почаще надо стараться ответить. Зачем? Зачем мы это делаем? Зачем мы совершаем те или иные поступки в этой жизни? Вообще, это известный метод и очень хороший метод возвращаться в памяти к своему прошлому, каким бы оно, может быть, трагическим порой и не было, чтобы два раза, так сказать, не наступать на одни и те же грабли. Все-таки недаром Бог дал человеку память. Часто рассуждая о проблеме никотиновой зависимости, у меня
как-то и нету возможности даже забыть. И я призываю всех наших телезрителей, которые уже какое-то время, например, не курят, я не исключаю, что есть такие, или те, которые собираются переменить свой образ жизни, я им хочу дать такой совет. При новом статусе нужно смело всем людям рассказывать о своей позиции. В этом человек утверждается, в этом он укрепляется, и его становление как некурящего человека намного упрочняется. Когда он говорит, когда он открыто рассказывает о своей новой превосходной жизни, желает то же самое окружающим, у него совершенно не останется никаких шансов, как оставаться только свободным. Действительно, помогая другим, он будет помогать себе. Да, но при случае, если человек снова берется за сигарету, то ситуация может быть сильно осложнена. Ведь есть в Евангелии такое сравнение, когда Христос говорил о том, что когда злой дух покидает человека, то он где-то бродит по безводным местам, склоняется, и потом думает, а что я здесь делаю, пойду и вернусь в дом свой. К тому человеку, да. Имеется в виду к тому же человеку. И находит этот дом прибранный, да, убранный. Как раз как человек, который бросил курить, он освобождается, очищается. Это удобное для жилища место. И сказано, он берет еще 7 злейших. То есть следующая зависимость может быть гораздо более тяжелой формы. Поэтому это еще нам служит предостережением, чтобы вновь не браться за сигарету. Для этого надо бескомпромиссное решение принимать. Сигареты нам не нужны ни под каким соусом, ни под каким предлогом. Сигарета ни в какой дозе. Сигарета ничего ровным счетом нам не дает. Она только отбирает годы жизни, отбирает средства, отбирает также здоровье наших детей, которые, глядя на нас, вовлекаются в эту зависимость и тоже потом тратят ресурсы жизненные для того, чтобы продолжать коптить это небо. Поэтому у нас должно быть четкое осознание. Свобода – это ценность. Сигарета стремится завладеть нашим сознанием и иметь над нами власть. Не допускать повторы этой ошибки. Ошибки, если они и допускаются в нашей жизни, только для того, чтобы мы на них научились. Но не для того, чтобы мы их копировали и вновь-вновь производили в нашей жизни. А вы в своей вот практике встречались с людьми, которые, может быть, бросали курить, начинали и вновь бросали? То есть, может быть, какой-то человек скажет, что у меня вот слишком сильная степень зависимости, таков мой организм, такая моя наследственность, еще какие-то факторы, что я вот, например, не могу. Ну, к слову, не могу, мы уже можем вернуться еще раз. Мы уже говорили. Да, об этом мы уже говорили. Да, слово «не могу» как раз... Нехорошее слово, да, в нашем лексиконе. Оно как бы выбивает нас из колеи и не дает нам никаких шансов. Поэтому должен сказать, что таких людей я не встречал, именно чтобы они отвечали именно вот этой заданным таким данным. На самом деле, многие люди просто так думают, может быть, из желания оправдать свою несостоятельность. Есть люди, которые говорят, что их жизнь намного сложнее, чем жизнь любого из присутствующих, и тогда мне вообще не светит эта свобода, мне вообще она недоступна. На самом деле, я должен сказать так, все мы живем в проблемах. Никто без проблем не живет. Да. Мне приходилось даже встречаться с заключенными, которые курят. И даже среди них вы проводили эту программу? Да, встречи такие проводил для того, чтобы поговорить о вреде курения. И они меня понимали, когда я говорил о свободе. Понимаете, мы должны обрести свободу, и тогда будем думать иначе. Тогда мы будем иметь другое осознание. Пока человек в зависимости, он именно так и говорит. Но, вернувшись к проблемам, хочу сказать, что для каждого из нас проблемы наши самые значимые. Даже если у другого человека проблема более какая-то серьезная и более имеет плачевные какие-то обстоятельства, моя проблема все равно остается понятна только мне.
И мы не сможем как бы взять и прочувствовать всю проблему другого человека. Этим руководствуется человек, который стремится объяснить свою несостоятельность через проблемы. Но какой у нас выбор? Либо плакаться, продолжать и усугублять наши проблемы через курение, либо взять и произвести всего лишь несколько слов. Я принимаю решение освободиться от никотиновой зависимости. Потому что вся эта проблема заключается только в принятии решения. В принятии решения и все. А дальше уйдет план воплощения этого решения. Поэтому наша задача трезво и объективно смотреть на вещи, а не поддаваться эмоциям, которые сопровождают некоторые вещи, и, скажем, и уходить в тень от разума, от рассудка. То есть выход только один – принять решение не курить, и не курить, не курить, не курить, не курить. Я бы сказал, принять решение и оставаться свободным, свободным и свободным. Дорогие друзья, если вы заинтересованы в проведении программы «Дышите свободно», вы можете позвонить нам и связаться с Владимиром Ивановым. Да, я с удовольствием расскажу о программе «Дышите свободно», отвечу на вопросы и воспользуюсь предложением провести программу «Дышите свободно» где-то в организации, даже с выездом в другой город. И таким образом многие люди смогут узнать превосходство жизни без сигарет, обретут эту свободу и будут радоваться жизни без сигарет и будут довольны. Спасибо, Владимир. Спасибо за информацию, спасибо за эти встречи и спасибо за ваш оптимизм. И спасибо вам. Дорогие друзья, мы закончили цикл встреч, посвященных победе над никотиновой зависимостью. Желаем вам, освободившись, никогда не возвращаться в плен, потому что Господь есть Бог свободы. Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».